плешивцев. Сразу пошли просто в атаку. Клюшка, удар поворотом. Нет. Так. Шайба. Вообще остался один. Так, вот. Шире. Надо ехать. Поехал. Пас наперед. Неточный. Тут сразу. Ага, вне игры, но выбивают. Так, Шивцев, Дзигалюк, Ноженкин. А кто еще у нас тут? Шопша. И Шишов. Так, Шивцев. Пас наперед, но там вне игры. Было бы, если бы наши схватили. Забрал. Так, пытаются ему мешать. Нет, не пытаются ему мешать. Удар сильно высоко. Подхватывает шайбу у нас Ноженкин. Распасовывают команда Приморья обратно. Не получилось. Перехватывают. Так. Костя. Тут у нас Шопша. Шишов. Обобом. Столкнулись, забрали. Опять выход один в один и гол. Никто ему не помешал забить. Ирхин, Мамкичева, Масловский, Битяк и Невзоров. Шайба у Битяка. Битяк пошел в атаку. Объехал одного, второго. Удар поворотом. Хорошо прошел, вообще молодец. Технично так. Там вратарь поймал. И сейчас атака на наши ворота. Надо ехать защищать. Пас опять на синюю линию. Что-то знакомое. Мешают, мешают. Выковырил Данил шайбу эту. Так. Что там у нас? Борьба у борта. Мамкичева. Масловский. Битяк, точнее. Ирхин поехал за шайбой, ускоряется. Масловский нападает. Мамкичева. Шайбой. Масловский схватил шайбу. Пас Ирхину. Отлетает назад. Ой-ой-ой, выйти из зоны. Выйти из зоны, выйти из зоны. Вне игры. Нужно было выйти из зоны. Там кто-то из защитников не сообразил, что нельзя отдавать. Сейчас у нас Некас. Глава. Кузьменко, Четверяков и не вижу, кто там еще. Завьялов. Кузьменко в бой, но его обвели. Завьялов не успевает забрать. Опять идут один на один, выход. Мимо ворот. Некас. Пас через пятак. Ай-яй-яй. Данил хорошо справляется. Ух. Перехватил Кузьменко. Идет в атаку. Пошел, 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 пошел. Удар поворотом. В ловушку. Отражает. И атака на наши ворота уже. Тут опять же Кузьменко пытается. Некас вообще не успевает. 2-0. 5-15. Второй гол забивают нам Ноженкин, Дзигалюк, Шишов, Шивцев. И опять я забыл, кто там, не вижу я дальнего. Ноженкин, Дзигалюк. Вне игры.
сразу поменяли их. Да, шоп шишов заголют Ноженкин Шивцев. Бам, вбрасывание наши выигрывают, но тут же теряют шайбу. Пас наперед, но там никого нет. Сразу все рванули назад. Шишов на позиции, защищает. Дает через борт наперед. Там принимает Ноженкин. Он что-то... Ой-ой-ой-ой-ой! Ничего себе, как он провел быстрым ударом. 3-0. 6-45. Успевают за 7 минут уже 3 гола нам забить. Состав остался тот же. Поехал в атаку Шопша. Ноженкин. Вот, забирают. Шивцев. Шайбой Дзигалюк теперь. Забрали. Все. Сейчас у нас пытались дать через... Попас через Шивцева, но он коньком задевает шайбу и не получается. Ой, на пятак. А там что-то... Как обычно, наши что-то не могут проснуться, что-то на пятаке там стоит и стоит. Да что такое? Вот, выдал пас своим, опять удар по воротам. Бамс, вмазались. Опять атака на ворота, пас. Вот как раз Костя должен был крыть вот этого молодого человека, которому пас давали. Не вывели из зоны, дает обратно пас атакующему. Это у нас Шишов. Пас выдали, там подхватывает кто-то из наших Дзигалюк. Поехал. Нет, не успевает, забирает. Зашли в зону. Поехал, катается, пас наперед. Перехватывает Костя. У него пытаются забрать, но тут у нас поехал, ну, допустим, вне игры не было. Забирают, пытаются дать пас, получается дать пас. Тут двое сразу врываются. Так, ну а тут опять выход. Распасовочка, не получилось. Угу. Так, удар по воротам. Зафиксировал, хорошо. Выезжают Мамкичева, Масловский, Ирхин, Битяк. И вижу я еще отсюда, кто у нас там. Вбрасывание. Выковыривает Масловский шайбу подальше от пятака. Распасовочка. Так, ну сильно высоко, конечно, он пытался. Масловский. Борьба за шайбу. Шайба у Масловского. И забирают. Там опять борьба. Опять пытаются на пятак дать пас. Пытаются проковырять, надо уводить. Уводить, ускоряются. Нет, не получилось. Ирхин выбивает все-таки из зоны. Там защитник команды Приморья. Пока катается, но тут забирает с неточным пасом Мамкичева. Вышли из зоны, опять зашли. Так, Ирхин не успел забрать. Тут поехал молодой человек, 23 номер. Пуля какая-то, но тут... Ирхин. Пытаются у Ирхина забрать. Забирают. Атака срывается.
опять атака. Защитник, ой-ой-ой. Попытались пробить. Нет, там хотел накрыть Глушков шайбу, но подъехал Масловский, кажется. Сейчас вот Фирхин выходит, ускоряется и хорошим ударом отбивает, блином, вратарь. Пас Мамкичевой. Мамкичева. Пас наперед Масловскому. Сейчас вот с неудобной руки пытался Ирхин там, или пас. Опа! С другой стороны. Показалось, что шайба залетела, но нет. С другой стороны залетела. Смена состава. Глава, Кузьменко, Завьялов, Некас и кто у нас там еще? Не вижу. Четверяков, кажется, 17 номер. Так. Вбрасывание. Сразу атака идет на наши ворота. Ускоряться. Там защита у нас. Кузьменко, шайба ехал, привез на пятак ее, там участник команды Приморья пытается ударять. Катаются, перехватывают. Поехал Завьялов в атаке. Бам, бам. Бынч, отлетает. Все-таки Некас подъехал к шайбе, забрал ее, точнее выбил. Это-то. Завьялов, пас Кузьменко, Кузьменко. Поширше надо. Вот так проезжать, пытаться ударить по воротам. Там вратарь. Там уже должен был стоять атакующий из нашей команды. Контратака. Проезжает, пытался запихать, но нет. Клюшка полетела вверх, шайба в ворота не залетела. Хорошо. Кузьменко в атаке. Проруливает, въезжает в зону атаки. Обратно, обратно и... Ой-ой-ой-ой-ой-ошеньки, хо-хо-шеньки. Ну, Кузьменко с зоной, конечно, всегда проблемы были. Будем надеяться, что они решатся в скором времени. А так наши как раз вот в атаку уже там поехал. Кто-то на пятаке был готовый. Ну. Ноженкин, Дзигалюк, Шивцев. И опять я двоих не вижу. Шопша. А, и Шишов. Шел. Опа, щелчком. Вот это да. 4-0. Состав не поменялся. А нет, поменялся у нас. Выехал Шивцев. Думает, кому дать пас. Так, шайба. Пытались распасовать. Упали. Так, ну не надо. Дзигалюк поехал в атаку вместе с Шопшей. Пас вратарю, наверное. Там двое, опять же, почему-то из соперников подъезжают. Завладевают шайбой, обводят наших. Сейчас будет удар по воротам. Выше ворот улетает шайба. Шишов дал пас Шопшину, перехватывают. Наперед. Дзигалюк. Нет, не успевает до Дзигалюка добраться. Так, Шивцев у нас поехал.
пытался дать пас наперед. Дзигалюк, Шопша, вот пас Шопше надо дать. Опа! Забивает Дзигалюк сам у нас. Красивенько залетело, хотя там, конечно, тяжело было, но... Размочили счет, хорошо. Теперь также догнать до 4. Четыре-один. Ирхин, Мамкичева, Невзоров, Масловский, гол. Масловский. В атаке у Масловского забирают. Отдают назад. Масловский в атаку. Мамкичева подъезжает, борется за шайбу. Так, Ирхин ждет паса. Сейчас от Масловского бы пас получить было бы хорошо. Но там Ирхина кроет, уже зона, не получилось. Ну, что-то непонятное было. Так, Невзоров там не смог за шайбой успеть. И Битяк у нас сейчас играет. Ирхин. Надо пас. Хорошо. Мамкичева подхватывает. Ну, пас наперед Масловскому, но там не доезжает до него шайба. Наши в обороне. Битяк мимо. Невзоров мимо, выход в ноль. Хорошо, краешком щитка зацепляет, и шайба не проскакивает. Ворота, опять удар по воротам, но там об защитника ударилось. Битяк поехал забирать шайбу. Опять пытаются, да выбейте вы ее оттуда, ну что ж такое-то происходит. Катись, вот так. Слишком близко друг к другу стоят. Пошире надо разъезжаться. Опа! Пока еще у Ирхина. Ирхин давал пас, он там не успевал подъехать Масловский. Но вот Масловский сейчас... Так, там произошла замена и атака. Успеет? Нет, не успевает Невзоров. Но тут хорошо Данил вышел из ворот и... Мимо проезжает игрок команды Приморья. Заканчивается первый период. Мамкичева шайбой. Замены на ходу происходят у команды Приморья. Шайба у Ирхина. Там, кажется, был опять вне игры, но судья посчитал, что свистеть он уже не будет. Битяк в защите вместе с Неказом. Так, сейчас крыть пас, потому что дают удар по воротам. Забивают шестой гол. Завьялов, Кузьменко, Некас, Глава и Четверяков. Начинается второй период. Thank you.
дать пас, чтобы забить, но пас провалился, и атака сейчас от Кузьменко. Поехал. Вне игры глава уехал далеко. Хорошо шел Кузьменко. Вот так сорвалось. Сейчас Кузьменко с синими линиями не везет. Не он, так его напарник выезжает. Шоп-шашишов, Дзигалюк, Вшивцев и Ноженкин. Сразу атака на наши ворота, распасовочка, удар по воротам и забивает гол. Между щитком и клюшечкой, точнее между ловушкой и щитком пролетает шайба. Счет 7-1. И сдается мне, что это не окончательный счет этой игры. Будет ли распасовочка? Да, была распасовочка, но не успел игрок команды Приморья сообразить. Но сейчас опять удар по воротам. Данил отражает, шайба отлетает за ворота. И опять у игроков команды Приморья. Пытаются они думать, распасовывают. Обратно раз. Ой, на пятачок. Ой-ой-ой. Ой, Вшивцев там не углядел. Должен был, наверное, прикрывать этого молодого человека. Пока состав не поменялся, там что-то судья общался с нашим вратарем, что-то у него уточнял. Так, нужно выйти из зоны, катается. Опа, вне игры было бы. Так, поехали наши в атаку. Шопша с шайбой. Шайба отлетала Ноженкину, но не поймал. И тут же вылетает, нет. Ай, выйти из зоны, выйти из зоны. Смена состава. Битяк, Ирхин, Мамкичева, Масловский. И кто у нас там еще? Могу я сообразить. Невзор. Шайба у Масловского. Масловский пытается пробить по воротам, не получается. Что-то они там клюшками схватились. Подрались, разошлись. Мамкичева пас неточный. Забирают. Вне игры. Нужно было в зону зайти немножечко, наверное. Ой-ой-ой, столкнулись тут внезапно как-то. Бум, атака на наши ворота. Тут вообще один прям стоял, мешал ему игрок. Говорит, дай мне пас в метре. Но нет, да, пас не дал, сам пробивал. Вот, выстроились в ряд. Масловский. Нет, не Масловский. Да, все-таки Масловский. Пас наперед. Вот сейчас надо Ирхину. Битяк. Давал сейчас пас наперед, но там забрали.
ждет, пока все выйдут из зоны. Но не все сообразили у них. Ну, смена. Так, меняется у нас Мешкова с Глушковым. И у нас выезжают. Некас, Кузьменко, Тучик, Четверяков и Глава. Атака на наши ворота, забирает шайбу защитник, и поехал Кузьменко пошире. Ой-о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 й. Там вратарь далеко вышел. Кузьменко хотел его объехать, но не получилось. Защитники наши. Так, хорошо. Сейчас будет удаление у Кузьменко. Нет, не у Кузьменко. Кажется, Некоза удалили. В меньшинстве играют наши львы. Тучик немножечко что-то. Так. Долгая пауза была. Ну ладно. Глава уезжает все-таки. Все-таки нет, все-таки Мишицы. Так, Мешкова, хорошо. Молодец, накрыла. Хорошо. Нормально, отлетела в щиток. Раз, два, три, четыре. Да, в меньшинстве играют сейчас команда форвард. Не могли они там что-то сообразить. Сбрасывание в нашей зоне. Опасненько. Сейчас может сразу шайба полететь. Готовимся. Нет. Кузьменко. Опасный молодой человек какой. Вообще прям около ворот. Он через пятак едет. Ух. Наши должны быть в обороне. Кузьменко едет, всех дезориентировал, молодец вообще, тактичный. Удар по воротам, там вратарь тоже хорошо выехал. А сейчас надо отступать и ехать на защиту всем, причем максимально быстро. Распасовывают не спеша наши молодые соперники наши. Сейчас будет удар по воротам. Мешкова защищает. Хорошо. Сейчас будут еще там пытаться пробивать. Ой-ой-ой-ой-ой, не успела. Ну что ж такое, не успела она. Наши играют в полном составе. Шопша, Дзигалюк, Ноженкин, Шифцев, Шишов. Слишком много букв Ша. Так, сразу на защиту уезжает Костя. Пас на пятак, там никого не было. Обратно. Дают пас
раз номеру 71 из команды. Ого, из команды с Приморья. Так, и тут опять начинается разговор. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ну что это такое? Никто не мешал вообще. Десять один. Там не сказать бы, что Мешкова косячила, потому что там летела вообще в неудобную эту. Пытались распасовать, но перехватили нашу шайбу. Шишов поехал за шайбой. Медленно обгоняют его. Все упали. Я даже не понял, был гол или нет. Был. Масловский, Ирхин, Мамкичева, Битяк. И опять я не вижу. Так. О, да, накрыть. Забили все. Ты да ладно, ну как это? Ну, что за херня происходит? Тяг в защите. Пас на команду. Нет, там высоко сильно. И не точно. Шайба у Мамкичевой. А, странно, что там было, конечно, тут в падении дает пас Ирхин Масловскому. Но там вообще не Масловскому, конечно. Въезжают опять в нашу зону. Был удар поворотом, но соскользнула шайба. Масловский поехал. Вот так вот. Надо ехать. Опа, столкнулись все-таки. Вот так. Все, выходить из зоны. Битяк пытался максимально далеко выбить, но из-за этого опять выход в ноль. Но там Полина пытается... Вот так вот Полина хорошо подъехала и помешала. Не дала ударить. Вот так должны делать защитники. Не должны мчаться, кидаться вообще. И не давать забивать. Выезжает Некас, Кузьменко, Тучик, Глава и Завьялов или Четверяков, не вижу я отсюда. Непонятный пас был, конечно. Сейчас... Поехали. Опа, бесконтактный бой. А это что такое было?
хорошо, блин, он Мешкова все-таки сообразила, отбила. Я думал, что сейчас залетит. И так, на синей зоне, да, там ни игры не было. Опять атакуют. Наперед еле-еле выкидывает наш игрок, но из зоны... Опа, клюшку выбили. Вывести из зоны надо, вывести, вывести из зоны. Ну, выведите ее из зоны, блин. Темно в помещении, и хуже вижу я, и не вижу, кто там выходит. По номерам вот только. Кто у нас? Ноженкин, Вшивцев, Шопша, Шишов, Дзигалюк. Эту пятерку я запомнил. Банч, вот так вот. Что там было? Проброс? А, ну да. Тут уже был проброс. Поэтому возвращаются к нашим по-по-по-пам. Готовы, готовы. Да давайте, давайте, там разбираются они. Шопша Шишову говорит, ты там встань, я тут постою. Так, хорошо, Шопша перехватил шайбу эту, которая пасом шла. И поехали вперед. Сейчас надо пас давать, пас давать, пас, пас, пас. Нет. Ну, дали, оп. У нас Масловский. И сейчас защита. Опять у нас выход и... Ой-ой-ой, если б летело. Забери, забери, накрой, накрой, накрой ее, накрой. Накрыло. Чё-то говорит-то. Говорит, лучше накрывай. Ну ладно, там чудом гола не произошло, летело в ворота, но чуть-чуть мимо ворот. Мамкичева, Ирхин, Битяк, Невзоров и Масловский. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Сейчас второй период у нас уже закончится. Так, Ирхин. Да. Начинается третий период у нас. Масловский, Мамкичева, Ирхин, Битяк, Невзоров. Кажется, эту пятерку я тоже запомнил. Пока счет 13-1. Дум-дум-дум-дум-дум-дум. Вот, настигает огромными скачками. Еле успевают просто забрать себе шайбу. И тут же выводит к воротам. Какой-то там удар был, я так не понял, от кого там отлетело. Или от штанги, или от Мешковой. Так. Еще раз высоко. Надо вставать, надо вставать. Что такое? Ну, заберите у нее шайбу, пожалуйста, кто-нибудь. Что за херня там происходит, ребят? Вы че? Так, Ирхин. Вытащил из зоны. Защита, 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 защита. От штанги отлетает. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Вперед, 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 вперед. Пас. Пас обратно Мамкич. Они троллят нас просто вообще. Давайте мы сделаем так, чтобы родители просто охерели. Так, Битяк. Ну, Битяк помешал. От щитков Мешковой отлетает, и наши идут в атаку. А, нет, не идут, но там вне игры положение, потому что все-таки краешком
клюшке игрок команды Приморья зацепил, и все, а там еще были двое их. Молодой человек шпиона играет. Опа, все, поменял. Глава, Кузьменко, Некас, Четвериков и Завьялов. Четвериков, шайба. Пас в борту. Кузьменко подхватывает. Сейчас бы пас Завьялову. Сам забивает, хорошо. Оформил. Молодец. Разыгрался. Счет 13-2. Кузьменко сейчас опять оформить, сделать дубль, может быть, хэт-трик. Опа, хорошо. Такой посмотрел на нее, выбил. Все, тут борьба. Четвериков отъезжает опять на защиту, но там его обводят. Распасовочка, не успевает. Там сразу без всяких переборов просто бил по воротам и все. Сразу отыгрались. Кузьменко. Хорошо, двоих оставил. Сейчас пас надо давать было. А шайба-то не накрыта. И игра продолжается. Там у нас Завьялов. Бу-бу-бу-бу-бум. Некас. Нет, никто не справляется с этой шайбой. Так, Мешкова выезжает. Встать, 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 встать. Да что такое? Ой, это вообще, я херею, дорогая редакция. Ноженкин, Дзигалюк, Шивцев, Шишов, Шопша. Через пятаки опасно там дают. Ой-ой-ой, чуть не подковырнули там еще. Шивцев пытался в зоне оставить, но не получилось. Опять у нас идет игра в нашем поле. Пытаются распасовать там что-то. Так, куда-то далеко там шайба улетала. Шопша что-то не захотел забирать. Что там у нас, проброс? Нет. Заголюк такой вылетал. Ничего себе, опасно. Он так вообще, так можно блин шею себе поломать. Ой-ой-ой, там так шайба катилась, и вот хотел уже хватать там ее Шопша, но не доехала она до него. Атака на наши ворота. Пытаются забрать Шивцев на защите, дальше уезжать нужно. Вышли из зоны. Тут у нас... Так, забрать, забрать, давай, давай, Захар, давай. Нет,
не успевает уже там по широкой. Поехал выше ворот. Сразу откатываться. Не падать, вставать. Шивцев с шайбой. Пытается дать Ноженкину. Ноженкин теряет шайбу. Тут подъезжают двое из команды Приморья. Забирают эту шайбу. Сейчас будет удар по воротам такой. Ду-ду-ду-ру-ду. Это что такое было, блин, вообще непонятно. Ну ладно, поймала. Но это что-то... Смена состава. Кто у нас выезжает? Битяк, Масловский, Невзоров, Мамкичева, Ирхин. Вбрасывание. Не дают сразу ударить по воротам. Вот она, распасовочка сейчас будет. Да. Сюда, сюда. А, да что такое, а, блин. У них атакующий, у него хват. Какой у него хват? А, да нет, хотя хват нормальный, просто не могут они там словить никак. Так, ну что же, будет ли у нас еще гол от нашей команды? Или закончится все на двух? Такие финты нельзя делать, Мешкова. Масловский в атаке, ну там будет распасовочка. Успевает ли у нас, да, успевает у нас Ирхин. Сразу пытается пробить поворотом, но там накрывает. Там хорошо катилась шайбочка. Кто у нас выезжает? Никого не вижу, все боком, блин, едут. Кучик, Некас, Глава, Кузьменко и... Завьялов? Пытаются распасовать, здесь получается распасовать. Там мимо Мешковой пролетает как-то шайба эта, блин. Вот так вот. Ту-ту-ту! Ой-ой-ой! Тучик! Надо в зоне оставлять. Распасовочка. Ой, в девяточку залетает. Но... Там сложно, конечно. Что там можно сделать? Там двое едут. Вообще, конечно, надо было в ловушку ловить. Ну ладно. Так. 17-2. Выехали у нас в Шивцев, Ноженкин, Шишов, Дзигалюк, Шопша. Вот, вот. Начали мешать. Это что такое было?
равно пока еще в атаке. Все мешали, получилось. В атаке наши там Дзигалюк поехал. Не получается у него с шайбой с этой справиться. И атака на наши ворота. Так, ну что, потерпеть нам остается 8 минут. Ирхин, Мамкичева, Невзоров, Битяк и Масловский. Ой, да что это за фигня вообще? Все. 13-15. Плохо в поезде Мешкова. Вот результат, сколько пропускает всякой фигни. Что-то все кучи вообще прям. Прям змейкой едут они. Все, вроде бы разошлись немножко в позиционку. И надо ускоряться. Опа! Так, Ирхин. Ну, долго готовился, там успел подъехать молодой человек. Не дал ему ударить. Будет ли дальше борьба в зоне атаки? Тут там падает у нас. Пам-пам-пам-пам-пам. Мешкова, давай. Ворота сдвинули. Ну и на этом игра заканчивается. Ирхин. Ух ты, какой далекий у меня там. Бам! Вот так вот. Защищает. Вот тоже решила, я не буду дальше ближе. Еще. Масловский. Ой, хорош вратарчик-то у них, посмотри какой, а? Успел он вниз руку и все, не забили. Ой-ой-ой-ой-ой. Нет, не забил. Забил Кузьмин. Приморье. Прям легонечко, спокойненько вообще завел. Шопша. Неудобно, пытался ударить, не проковырял его. Дзигалюк.